Так, всем привет, с вами я, Zid & Play, и я вам расскажу про историю в лагере на программирование, которая произошла 17 июня 2019 года. Так, до 9 часов утра. Фух, я с лагерем играю там в карты, там, допустим, мафия, там, и так далее, там, нормально поиграем. Так, 10 часов утра я пошел похавать, там, не надо же хавать. Затем мы похавали, сразу пошли в, там называется кабинет или как называется, допустим, кабинет, и допустим, я вот выбрал свой ноутбук, который там все ноутбуки есть, там даже Acer, Asus, там, допустим, так. Я такой ноутбук взял, такой, опа. Потом затем в 12:00 я такой зашел на ноутбук, там мы делали работу. Затем мой сосед, который впереди меня сидит, или как там называется, да. И допустим, давайте его назовем Андрей. Андрей, он сказал, это я что-то непонятный пользователь заходил сюда в ВКонтакте. Я такой зашел, давай. Я такой сказал, давай, может быть, хозяину аккаунта дадим. Он такой, не, давай чуть немного. Испортим его страницу. На самом деле мы не испортили, я вам спойлер такой даю. Да. Затем мы такие чуть два репоста сделали из каких-то групп. А потом все, вышли из аккаунта. Затем мы снова там пошли хавать с лагерем, и допустим, сейчас скажу я точно время, по-моему это будет, допустим, в 4:00 по московскому, конечно же. Я такой, он что ли опять пароль не поменял, такой, попросил у одноклассников или одноклассниц, чтобы они позвонили ему и сказали, типа, или просто дали телефон. Я такой взял, такой, сказал, написал, и номер, который, но на этот номер позвонил, а там был, конечно же, школьник. Его звали, давай, допустим, звали его, сейчас я придумаю. Так. Допустим, Саша. Короче, он сказал, ладно, сейчас посмотрю, он сказал про свой аккаунт, там все такое. И мне в голову пришла мысль. То, что давай, ты мне скажешь, этот, верный твой аккаунт или нет, на который он пароль, правильность пароля, так скажем так. Он такой,
Правильность пароля там, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну да, так. А другие бы сказали вообще там, допустим, какие-то буквы W, A, S, D. 1, 2, 3, допустим, так сказали. А настоящий аккаунт бы сказал то, что один, ну, короче, до, ну, цифры. И если что, я говорю в эти все пароли, то что чтобы точно не минусовать, чтобы типа уже, ну, чтобы не подвести пароли, а что, да. Короче, мы с ним хорошо разошлись, теперь я такой говорю то, что ты тоже играешь в CSGO. Он, да, я ему проверял, то есть мы пока еще не разошлись. Я только понимаю, блин, он, может быть, он в CSGO играет, ну ладно, давай спросим. Я такой спрашиваю, там, допустим, сейчас, как я там его назвал, сейчас. Ну, давайте новое имя, это Слава. Или Артём. Ладно, короче, Артём мне сказал то, что он играет в CSGO, про себя. В каком городе он живет. Я наконец-то принял меры, что это настоящий человек, а не фейковый какой-то. Теперь я ему дал логин и пароль от аккаунта, а потом уже и мы разошлись. Да. Мы разошлись без никаких там. Эй! Ну, вы поняли, да. Допустим. Он мне сказал спасибо. Давайте только без. Допустим. Он мне, короче, спасибо сказал. И я тоже говорю такое, не за что, братишка. Я же не гадил на аккаунте. Потом я быстренько такой захожу в ноутбук, включаю vk.com и удаляю сообщение, чтобы он быстренько не заподозрил. Да. Интересно, он не зайдет на аккаунт. Ладно, допустим, нет. То есть на канал не зайдет. Ну ладно. Допустим, нет, не зайдет, я думаю. Он мой канал, допустим, не знает. Короче, с вами был я, Зидан. Давайте ждите стримы, подписывайтесь на канал, поставьте лайк, конечно. Всем до свидания и всем пока. Пока-пока-пока. Пока.